организму нипочем. Мы нальем 100 граммов водки и закусим чесноком. Все болезни пустяки, с ними в жизни проще. Страшный вирус мужики называют теще. И веселей! Маски в магазин надели и пошли за колбасой. Ну куда глаза глядели, в дом пришел с чужой женой. Оп, 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 оп. Взял кредит и денег пачку, спрятал я за печку, а жена на всю заначку накупила гречки. Оп. Страшный вирус, свет и страх, есть на то причины. С другом Васькой в гаражах мы на карантине. Русских вам не испугать, все на то так просто, что на вирус ваша мать после 90-х. Нам важнее, чтоб рубль вырос, ну а доллар вниз упал. Так что ты, коронавирус, не на тех с войной напал. Всем здоровья, добра и хорошего настроения. Ладно, все, поехали.